Всем привет! Хотелось бы оставить отзыв о интимной гель-смазке с согревающим эффектом от Durex Play. С этой маркой я знакома впервые. Мне прислали его на тестирование. До этого я использовала гель-смазки других фирм. Что могу сказать по поводу этой гель-смазки? Ну, запаха у нее абсолютно никакого нету. Это мне нравится. Я не люблю, когда открываешь тюбик, оттуда прям какими-то там красителями, ароматизаторами, вот этим всем-всем-всем пахнет. Мне это не нравится. Консистенция густая, такая маслянистая, мне напомнило масло, липкое. То есть, если ты носишь на руку, так вот ее трешь-трешь, и она вот так вот за пальцами остается, ниточками тянется. И это плюс, потому что те смазки, которые я использовала ранее, они очень быстро высыхают. То есть, их наносишь, через пару минут они уже высохли. И нужно искать тюбик. А это очень неудобно в такие моменты, когда ты с партнером уже в каком-то там процессе, да, и ты ищешь опять этот тюбик, ты чувствуешь дискомфорт, ты не можешь сказать партнеру, чтобы он остановился, что тебе там больно, допустим. Ну, не то, что не можешь, но просто как бы это некрасиво, что как-то не только о себе думаешь в такие моменты. И, значит, не очень удобно искать тюбик, останавливаться и намазывать снова гель. А тут ты намазал раз, и как бы до конца полового акта тебе хватит. У меня гель 50 мл. В принципе, этого достаточно, потому что после открытия нужно использовать в течение 3 месяцев. Но, конечно, если вы занимаетесь сексом по 5-6 раз в день и каждый раз используете смазку, то 50 мл вам не хватит, берите 100. Что могу еще добавить? Ну, как бы всем известно, для чего используются эти смазки, потому что либо у тебя сухое влагалище, и тебе у тебя у самой как бы нет достаточно смазки, чтобы комфортно заниматься сексом, либо ее используют просто для анального секса, для орального, для каких-то там улучшения каких-то чувствительности, может быть, для улучшения чувств каких-то, ощущений. Ну, все девушки, я думаю, с этим средством знакомы. И я думаю, почти у каждой второй это есть дома, в сумочке, там всегда с собой.